Я все придумал. Просто возьми паспорт, да? Ты что, на мальчишник 100 тысяч потратил? Завтра ты будешь моей женой. Не считал еще. Ну посчитай, 400 ресторан, где есть сотка. Я Сереге 1500 занял. Остается 98 500. Здесь будешь жить. С русской бабой на русской земле, Демьяша. За любовь сынов надо бороться, потому что мы мужики, да? Су-су-су! Дорогие выпускники, родители и учителя, из стен нашей школы выходят только прекрасные люди. Сейчас разберемся. Вера Викторовна, вот нашел лавницу. Наверное, дети спрятали. Ты не хочешь частушки спеть, а? Я с коррупционерами не пою. Маша, ты можешь голой танцевать? Пошли вы. Нам это вообще-то в Москву отсылать. Так, 11 А. Нам придется пойти на крайние меры. Дискотеки не будет. Поколение такое, а? Сначала больно, потом приятно, на утро стыдно, но потом хорошо знать. Сначала больно, потом приятно, на утро стыдно, но потом хорошо знать. За любовь надо бороться. Да, пап? Да. Александр, вы любите вино? Жопы, 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 сто жоп, жопы, жопы. А вы это будете сейчас петь? Не, сейчас попсу для будлоты, они это не поймут.